Привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала, с вами снова Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 5, потерянный в кошмарах. И мы... Где мы, Джек Шепард? Мы в канализации, скорее всего. Да. Здесь входит несколько здоровых тварей. Ты запомнил, где у нас были рычаги в последней серии? Мы разобрались, как с ними драться. Да-да-да, я запомнил, я сейчас попробую для Фиолетова взять. Или не для... А для какой я находил? Ты не помнишь, я церковь? Я не знаю, я нашел новый проход. Зеленую, нашел зеленую. Отлично. Так, подбегай так, к зеленой, его... будем сейчас его... Тихо-тихо. Ну да, нагрей его на себя, не чувствую. Так, он прошел. А я пока по-быстрому схожу туда, где был он. Я пока на исходную, проверю, чтобы рычажок крутить. Так, я нашел фиолетовую. Отлично. Ну, в принципе, тут один есть у фиолетового, могу его поманить. Ну, это не обу. Оба тут как-то рядышком. Еще один выпрыгнул. Короче, как я понял из предыдущей серии, к ним лучше вплотную не подбегать. Они просто хватают тебя за шею и с одного удара убивают. Вообще опасные твари. Думаешь? Да, есть такие подозрения. Так, я пошел к тебе, короче говоря. Ну давай, к зелененькому. Вон он прямо у зелененького ходит, если ты сейчас да-да-да, поймаю его здесь и... Так, я пока начну крутить. Ой, давай скорее. Кто кого поймает еще? Скорее. Подожди, кручу. Побегай вот здесь, в этой комнатке рядом с ним. Уже почти. Кручу. Можно заходить. Так. Там слева небольшое отделение все, есть. Прошел. Да-да-да. Come on. Он идет. Kill me, I'm here. Come on. Come on, kill me! What are you waiting for? Хорошо. Разметали. Остался один. Так, понятно. Good like. Ну что, к фиолетовой тогда теперь? Ты куда там убежал уже? Ты поверху куешь, а я буду понять. Нет, я внизу. Я в воде. Ты вломился уже просто. Так, ну мне надо пойти с ним подружиться. Привет! На теперь котиком. Ну все, я думаю, он теперь мой друг, и мы с ним пойдем. А разве это? По-моему, фиолетовый другого цвета, нет? Ну ладно, вот которого вот тут. Не, я просто. А, вот тут еще одна есть. План менять. Да-да-да. Вот как ее. Где там рычаг? Смотри, может. Он идет. Я понимаю, я не знаю, где рычаг. А, вон он, похоже. На втором этаже. Так, все хорошо. Фиолетовый вставил. Давай. Давай, поднимай. Да, конечно, вот тут мощными физическими атаками. Почти поднял. Иди ко мне. Все, я уже могу здесь пройти. Так, выжидай. Мочи. Свидания. Такой оп. Так, ну и все, ладно, можно у нас бежать. Все есть. Можно спрыгивать. Я так понимаю, у нас все куски же, да? Да, вроде бы. Да, нам два оставалось. Еще одно спрыгнуть как-нибудь. Вот так вот. Клацну. В классно. Отлично. Ты куда-то мы попали. Вообще. Очень надо снаряжение свое найти. Капитан очевидность высказывали, но куда-то мы их попали. Are you think so? Yes, I think so. Jack Shepard. You so bad. Yes, it is, of course. Absolutely. Because I'm Batman. Так, хорошо. Чего у нас тут? Иди первый, здоровяк. Тебя убивают с двух ударов. Забери гранату, если что, передашь ее моей жене. Нет. Ну, кстати, меня не слепануло. Я потому что кинул вообще далеко. Далеко. О, здесь снова труп и снова кровь. Отлично. Как же я понесу? Снова охрана. Ну, надо сказать, они... Какие-то агенты Смита. О. I have a gun. Новый год. I have a gun. Новый у меня тоже есть. Так, держи, подожди.
Ты у нас по одной лечилке. Авто. А, я думал, катсцена. Судя по всему, на новый уровень попали. А, ну, катсцена. А, это та самая катсцена из Resident Evil 5 оригинального. Сейчас мы, похоже, с Вескером будем драться. Да-да-да. Ну, как драться мы будем? Вескер будет бить нас. Тебя. А я буду бегать и истошно вопить. Ладно. То он уже убил его. Вескер в пятой части, конечно, неописуемый, крутой. Да. Не чита, когда в фильме. Он не могу засветиться, это нормально. Он бежит к тебе. Хелп! На ему в щи. Он мне солнышко сушил просто. Да. Я поцеловал стену. Еще после этого стиком дрыгаешь, чтобы остановиться. Блин, я не ту кнопку все время нажимаю. Я стреляю ему в спину. Но он уворачивается, как мы поняли. Тихо она. Додж не успел. Додж успел. В общем, здесь надо уворачиваться так же, как против Джилл, когда мы с ним лезли. Патроны валяются кругом у стены. Тебя не помогают? Меня бьет у стены. Я бегу. Меня у стены бьет. Похилить. Я не могу остановиться. Давай, давай, help, help, help. Он урабатывает нас просто. Спенсер, you son of a bitch. Я могу уворачиваться, видимо, ты в этот момент можешь что-то делать. Я запарился уворачивать, братюнь, бей его. Бей, стреляй, делай что-нибудь. В итоге он мне прописал. Ой, хватит мстить мне, стоял, смотрел по-любому. Для тех, кто только что подключился на наш канал, в первой серии этот гад меня чуть не расплющил об шипы, поэтому теперь он нагребает. Ой, он гоняется за... спас. Он меня спас за одну аптечку. Я не понимаю. За мою любимую причем. Я вообще не понимаю смысла вообще стрельбе в него, потому что он уворачивается. Ну, это вроде как отвлекает его, и ты можешь убить ему в щи в этот момент, нет? Ну да. Так, что можешь сделать с трупом? Ничего. Что можешь сделать с кадалкой? Тоже ничего. Ой, твою мать. Ох, об стенку. Сейчас, сейчас я приду к себе. Так, у меня есть подозрение, что... Есть подозрение, что ты улетел в стену. Я забыл, у меня все мысли выбились из головы. Писис, бэээ. Ну и чё теперь? Я увернулся и... самому бич. Во, апперкотно! Вы лайкни нам? Ой. Я даже не успел нажать. Просто сломал. Он тебя ногой пнул. Так, понятно. Добрый день. Смотри, сколько у меня жизни. Только я имею право пинать свою напарницу ногой. У тебя ж этот спрей. Юз. Я не то нажал. Помогаю. Помогай, не помогай мне уже, хана. Спрей бери давай. Жопа шни. Я стреляю мимо. Мне ногу. Мы умрем, Джек Шепард. My leg, my leg. Я не могу, он на секунду появляется, вот эти вот надписи. Давай сюда. Он сбивает меня. Мне плохо. Он просто нас... Я ожидал большего от вас. Because I'm Batman. Смотри, так и должно было, что нас отбили. Если сказать ярче. Короче, вот как оно было. Просто огребали Сёму при смерти. Ну ты могу поточнее стрелять, конечно. Ну да, я могу хоть раз попасть. Ну пни его ногой, ну. О, я тебе помог хотя бы. Запросто. Ну что-то оказывается нифига не запросто. Да. Ух ты. Вот ролик режиссуры напоминает ролики из Devil May Cry 3. Так же классно все сделано. Опа. То есть они подумали, что как бы геймплея нам было недостаточно, мы должны еще в катсцене посмотреть, как нас лупят. Да ладно, я крутая за тобой. Стреляй в него, женщина. Ну, ну не хоть больно. Right, finished.
Так вот, как оно было. Ну, а дальше, видимо, летсплей продолжится без Артура. Не, ну это все. Собственно, это же воспоминания. Вот мы прошли это DLC. Оно такое неплохое было, на мой взгляд. Очень крутое, да? Да. Но коротенькое, хорошее. Теперь я могу закрыл играть. Теперь получил фигурки, ура! Да, ровно час оно шло. Ну и в принципе, давай тогда на этом прощаться. Endgame. В принципе, ну, было прикольно, мне понравилось. Жаль, что мало, вот такой бы весь Resident Evil 5 был бы. То есть он именно, атмосфера такая очень крутая была, и местами даже страшновато было, несмотря на то, что кооператив. Шестой, кстати говоря, они это сделали, компания Зелёна там вот именно такая вот она, прикольная. Выдержана в таком же стиле. Да, да. Так что нормально. Ну, короче говоря, надеемся, вам понравилось. Это все. С вами были Артур и Джек Шепард. Всего хорошего. Всем пока. Пока.